кризисы в отношениях? Да у нас регулярные кризисы в отношениях. Да? Знаешь, это вовремя не высказаны какие-то... Вовремя не выражен дискомфорт, скажем так, да? Что-то кто-то сделал, может быть, даже неосторожно. Или кто-то, наоборот, что-то забыл сделать, о чем просили. И это копится, и ты как бы сразу не сказал, слушай, не делай так, пожалуйста, мне неприятно. А ты ходишь... Мы такие два, мы очень похожи, просто отвратительно похожи. И поэтому мы одинаково себя ведем, и поэтому нам очень сложно выходить из этих ситуаций. Потому что и он, и я, мы оба замыкаемся в себе. И, казалось бы, там, ну, история не стоит выеденного яйца, если бы кто-то взял на себя труд сказать, слушай, ну, камон, ну, ладно, что мы за такой херни будем дуться? Вот. А как-то не получается ни у него, ни у меня. И это потом в скороварка варит, и это может разрастись в достаточно серьезное